Так, ну что, поедем, покатаем. Чтобы покатать, узнать, как тут весной, и затестировать папины новые крепы и бустер от американской компании OneBall. Вау, ничего себе. Вот. Я приехал сюда и узнал, что здесь еще есть мои братаны. Вот, из группы. Это Карим и Богданчик. И ты сейчас с ними вместе будешь, да, взрывать вот эти трамплины. Надо только их найти. Told her I was done with all the I'm acting. Went there and then came home with it. Told her I was done with all the. Then she found out I'm acting. Went there and I came home with an actress. I told her I was done with all the madness. Then she found out under my mattress. I'm active. Oh, that back's got me doing backflips. I'm wavy, I'm Swayze, I'm Patrick. Если ты что-то делаешь крутой, например, бэкфлипчик или 540, 740, то о тебе вот этот парень рассказывает. Он видит тебя, я не знаю, откуда ты. Ага. Бог, короче. Вот ты делаешь то, например, 540, он говорит, о, 540, хорош. Я понял. Вот. Он еще говорил обо мне, типа, маду. That back's got me doing backflips. I'm wavy, I'm Swayze, I'm Patrick. Tennis, 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 tennis racket. I'm active. Went out and I came home with an actress. I told her I was done with all the madness. Then she found out under my mattress. I'm active. Wow, savagery. Andre Agassi, I'm on centre court like racket, please. Aye. Racket, please. Don't make me go John McEnroe. Kick down the door to your happy home. I'm back in this, I'm back in pro. Like Dwight York and Andy Cole play ball, innit? Yeah, your wife is a whore, innit? Relationship goals, I scored in it. In the box, I'm onside, I'm off now, I'm online, I'm on star. In the band camp, this one time I was active. Two girls in one night, I smacked it. I told her, just let me wet the head like a Baptist. Next thing you know, Atlantis. I'm active. Went out and I came home with an actress. I told her I was done with all the madness. Then she found out under my mattress. I'm active. Oh, that back's got me doing backflips. I'm wavy, I'm Swayze, I'm Patrick. Tennis, 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 tennis racket. I'm active. Ну вот, мы и покатались. Давайте я подведу итог нашей поездки на горнолыжный курорт на Воробьевы горы. В общем, что понравилось, что не понравилось. Понравился парк, понравились красивые виды, понравился подъемник. Все сделано отлично, современно. Пожалуй, в техническом плане, наверное, это один из лучших склонов Москвы. Также понравились цены. Вот сегодня выходной день. Если вы берете там абонемент на разовое катание, стоимость спуска 90 рублей. Либо парк. Мы взяли и, соответственно, разовые вот эти спуски и абонемент в парк. Парк стоит здесь на взрослого 1500 рублей, на ребенка 1250. Это выходной день, я повторюсь. Вот. Значит, что не понравилось? Не понравилось, ну, во-первых, проблема с парковкой. Сегодня выходной день, в Москве парковка бесплатная. Поэтому, если вы приезжаете в будни, то, соответственно, платите по тарифу, если вы на машине.
Запарковаться здесь крайне сложно, то есть мы на парковку потратили, наверное, минут 30, мы здесь кругами катали, мест практически нет, мы хотели остановиться как можно ближе к склону, потому что снаряга идти как бы не очень радует. Что значит еще из минусов? Из минусов не понравился склон вообще, то есть он просто убитый напрочь, не понравился угол, он слишком крутой, наклона склона, да, и он весь в буграх, склон маленький, вот, ну, пожалуй, наверное, это один из худших склонов вообще, которых я катал в Москве. А касаемо парка, да, здесь парк хороший, как бы сказать нечего, проходят фестивали, там ребята участвуют за денежку, что-то выигрывают, в общем, атмосфера такая вот именно парковая, весенняя. Такое, ну, позитивное такое настроение. Вот, если вы как бы хорошо катаете, можете прыгать на трамплинах, да, там джибить на фигурах, то как бы это ваш вариант. Приезжайте, здесь отличная туса, и я уверен, вам понравится. Хочу еще раз добыть еду там, кафешки. Там есть две кафешки. Одна очень плохая, во второй вообще очередь километра и обслуживает. Вот. Да, друзья, в общем, с едой здесь ситуация такая не очень хорошая. Возле склона есть такой ларек, ну, типа там кофе можно купить, наверное, хот-дог, вот что-то из этого плана. И, пожалуй, все. Есть вторая кафешка, что-то шаурмой название. Там реально километровая очередь, со снарягой туда вообще нереально зайти. То есть нету ни места, где вы можете снарягу оставить, ни внутри кафе, не снаружи, то есть это кафе однозначно ориентировано не на людей, которые приезжают катать на склон, а скорее для туристов, которые ходят. Еда, ну, как бы так себе, цены, ну, как везде, наверное, на очереди просто вы будете ждать минут 30-40, это прям не очень хорошо. И, в принципе, здесь поблизости больше на самом деле ничего нет, банально даже купить там воды или какой-то, я не знаю, салатик, что-то такое перекусить, это реально проблема. Из плюсов также отмечу, что здесь есть раздевалка, ну, достаточно все здесь удобно сделано, в плане вот вы пришли, можете взять в прокат снарягу, там же есть раздевалка, там есть, соответственно, зал ожидания, если ваши дети занимаются, катаются, для родителей. Да, смотровая площадка, она красивая, то есть вы прям и ждете, и на всю Москву как бы смотрите, да, это реально круто. Итак, это последняя каталка в Москве, которая не была еще распечатана нами. Вот мы ее в этом году открыли под конец сезона, март месяц. Выводы мы свои сделали, небольшие вставки из видео вы уже посмотрели. Поэтому как бы доверять, не доверять, делайте свои выводы сами, пишите внизу, оставляйте комментарии. Все, всем пока, до новых встреч, мы погнали. Пока.